Всем привет, ребята, короче. А? Кто здесь? Ребята говорят, что Хаги-Ваги помер. А кто теперь будет, кроме... Вместо Хаги-Ваги, смотрите, его реально нету. Кто теперь будет вместо Хаги-Ваги? Ну, в принципе, я могу вот. Нормально? А? Короче, нормально, ребята, всем привет, с вами Нубастер, и сегодня мы заценим игру, кто же сегодня будет вместо нашего супермонстра Хаги. Здесь куча чуваков, даже профессор, короче, танцует, колбасится, йогает, Хаги пропал, Хаги умер, кто же будет теперь вместо него? Сейчас-то мы и заценим, а может мне пойти в ту сторону и заценить, что там, может тут вообще свободный мир? Нет, ребят, меня туда не пускают. Ну ладно, давайте начнем эту игру, мега-игру. Давайте мы должны будем выиграть. Выбрать 3 игрока, 5 игроков, 10, 5 и 3. А, как думаете? Остаются просто считанные секунды. Посмотрите, ребята, 20 секунд, 30 секунд. Ну давайте, решайте, за кого, за сколько у нас будет в команде. Давайте прыгнем, что 10 чуваков, это круче, мне кажется, чем 5 или 3. Ну, давайте, набирайтесь. Сколько соберется здесь? Давайте, давайте, чуваки, быстрее. Сейчас начнется мега-супер-игра, мега-супер-бой, самой судьбой. Залетайте все! Чем быстрее мы наберем команду, тем быстрее мы начнем. Это Суперкот, и он подписался на канал и поставил лайк. А ты подпишись и поставь лайк прямо сейчас. Отлично, там, где было написано 10 человек, ребята, согласилась играть в эту страшную игру всего лишь 4 человека из них. Я, короче, все, начинаем, мы должны разгадывать загадки. Кто отрубил свет? Ё-моё, быстро лампу врубили. А, тут, короче, кассета и какой-то лист бумажки. На нем написано, ребята, вас 10 человек, я 10 лет, мы унитаз и... Ну все, короче, тупость какая-то. Я чуть не понял, кто мыл унитаз 10 лет. Зачем мыли унитаз 10 лет? Неважно, все, начинайте. Ой, я поспал. Теперь я проснулся. Я так и не помню, что приснилась какая-то записка, где было, что кто-то мыл унитаз 10 лет. Ребят, давайте, короче, мы должны отгадывать загадки. Я немножко подсмотрел и подглядел эту игру заранее. Давно уже, когда вышла эта игра Хаги. Я, короче, понял, здесь поезд. Смотрите. Зеленый, розовый, желтый, красный. Зеленый, розовый, желтый, красный. Запоминаем цвет, да, быстрее, запоминаем цвет, смотрите, чувак, походу, уже знает, он уже посмотрел все ролики, и он знает, что нужно нажимать. Ну что, чувак, сможешь повторить? Запомнил цвета? Зеленый, розовый, желтый, красный. А ты сможешь повторить? Опа, нам говорят, посмотрите кассету, а на кассете-то ничего нету, там просто экран пустой, какая-то лажа, просто какой-то глюк, короче, ладно. Девочка, нам... А нам, короче, говорят, это как в самой Хаги игре. Понятно, ребята, это как в самой Хаги игре, только в Роблоксе. Короче, понятно. Зеленый, розовый, желтый, красный. Да, все, запомнил. Сейчас, походу, чувак и откроет за место меня. Ну, кто-нибудь будет вообще открывать? Когда нас пустят уже? Мы хотим играть, мы хотим проходить вперед, мы хотим идти дальше. О, чувак какой-то холодильник тут открыл. Че там, чувак? Ничего нету, да? Ничего нету. Ну, ладно. Тогда я полетел на планету Хаги и посмотрю. Сегодня мы узнаем мега-супер-секрет, кто же будет сегодня вместо монстра Хаги. Витон погиб. Вы не знали? Вы не знали, вы что, телевизор не смотрите? По Первому каналу передавал Путин, что Хаги погиб. Ну и кто? Кого же заменили в этом году? Сейчас проверим. Короче, зеленый, розовый, желтый, красный. Я буду тот, кто это ведет. Зеленый, розовый, желтый, красный. Ну? Чё? Чувачки, да я знаю, как открыть. Отойдите, я сам открою. Вот, смотрите. Да, пододвиньте. Зеленый, розовый. А тут еще один розовый. А какой розовый-то из них? Ну что, вы не знаете, что ли? Зеленый, зеленый, розовый, желтый, красный. Ничего не знает никто. Чувак пошел проверять информацию. Чувак, давай проверяй информацию, какие там цвета, ё-моё. Или ты... А, ясно. Он в туалет просто пошел, ё-моё. Смотрите. Зеленый, розовый, желтый, красный. Все. Кто-нибудь откроет дверь? Уже открыли дверь? Или чё? Ребят, никто не может дверь открыть. Тут просто полные нубы играют, вообще незнакомые с игрой Хаги. Так, вот. Зеленый, розовый... А, здесь нужно нажимать, подождите. Так! А у меня...
У меня мышка-то не работает, у меня только одни пятерки нажимаются. Что за глюк, ё-моё, нас обманули, ребята? У меня вообще теперь эта штука не пропадает. Нормальный поворот событий. Нормальный, ребят, игра заглючила. Вот теперь буду с этой штукой ходить на лбу. И что мне теперь делать? У меня теперь ничего не работает. Вот этот поворот. Вау, это тот самый монстр, который будет нас сегодня жрать. Ох, смотрите, это ж панда, это говорит чувак какой-то. Мы реально, это панда, выпустили бешеную панду. Кто-нибудь поставил прививку, кто-нибудь дал таблетки, нас же всех сожрут. Ребята, что делать-то будем? Дверь открыли. Дверь открыли от туалета, быстрее залетай сюда. Что здесь? Что здесь? Срочно, ничего не понял. А кто-то тут опять говорит, откройте голубую руку. У меня голубая рука, говорит. А, у меня почему? О, это голубая рука! Нет, это не голубая рука. Вы куда все бежите? Вот тут беги. Вот туда же надо бежать. А, походу оттуда панда вылезет. Нужно валить отсюда. Короче, что делать? Куда все побежали? Где все? А, я понял, туда надо бежать. Все, побежали, короче. Вот, точняк, вот эта панда. И все пришли посмотреть на эту панду. Ведь панда заменит Хаги. Хаги теперь нету. И теперь вместо Хаги будет эта панда. Она не синего цвета, а что у нее в руке? А ручки-то у нее такие, варюшки тоже. Короче, ладно, нормально, порядок. Короче, и что теперь делать? Нужно открывать дверь. Нужно открывать дверь и проходить дальше. Нам сказали что-то про синюю руку, вот же синяя рука. Ё-моё, да это ж я ж просто гений прохождений Хаги. Вот что какой-то произошел. У меня синяя рука, я ее взял. О, теперь она пропала, а девочка такая говорит, блондинка говорит. Оу, ноу! Кто, что вы наделали? Что мы наделали? Мы ничего не наделали. Мы сидели, хохотали и мечтали. Ууу, что такое? Не понял. Паркур, ребят, до этого у меня паркур не открывался. Ничего себе, мы здесь просто полноценно пройдем. Я просто в прошлый раз играл с кучей про. И они за меня все прошли. В этот раз я все пройду. Так, в какую сторону нам надо? Я так понимаю, в ту, да? В ту. Ну, пойдемте, чуваки. Да, чувак, дай, пропусти. Нам нужно в ту сторону, потому что... А, вот оно что. И куда, куда? А, ключик надо взять. А, не взял ключик. Теперь я могу взять ключ. Теперь вся надежда только на меня. Только на Нубастера вся надежда. Король... А, нет, я мой ключ. Это я пройду всю игру. Вот он ключ, он рядом. Да, я взял ключ, ничего себе. Я просто прохожу всю игру сам. Мне никто не помогает. Никто из них не помогает и никто не поможет. Короче, давайте дальше идем. Где дверь открылась? Здесь, да? Залетаюсь, чуваки, я прошу. Так. Ребят, в прошлый раз я просто реально отстал от всего народа и ничего не смог сделать. В этот раз я пройду всю игру. Кто это? Кто это стучит? Кто это стучит ножкой? А? Кошка, что ли? Видели кошку Люсю? Ладно, ребят, это пранк. Это пранк. Кошка Люся. Заходим быстрее, заходим. Бежим вперед. Нам говорят, что-то там, короче, здесь что-то... Вот ручка, одна повернута не в ту сторону. Две повернута не в ту сторону. Чё, я... Да, валим, тут что-то странное происходит. О, нам еще ниже. Кто-то с нами разговаривает. И нам говорят. Что-то нам говорят. И что делать? О, нет! За нами приходит монстр! Все, открыли дверь, а тут написано Let's Go. Куда бежать-то? В сторону монстра, он же нас сожрет. Мы не знаем, что это такое, нам очень страшно. Говорит, ребята, где панда? А я сам не знаю. Я знаете что, я вообще хочу домой. Можно мне домой пойти, пожалуйста? Я не хочу здесь больше находиться. Я попаркурю пока что здесь, по палкам всяким. А вы там походите, побегайте. Опа, 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 Америка, Европа. Ладно, пойдемте, короче, за ними. Пойдемте за ними позырим. Что, куда пропала панда, не понял, ребята. А куда ящики пропали паркура? Я, короче, вам говорю. Тут кому-то прививку поставили, манту, походу. Что делать? Слышали? А, ребят, куда, в какую сторону идем? Туда? Ну, пойдемте туда. Я уже не знаю, куда идти. Я уже домой хочу, честное слово. Хочу молочный коктейль. Клубничный. Опять кто-то кричит. Что такое? А куда, в какую сторону-то идти нам надо? Чуваки вообще ничего не поняли.
ничего не поняли, и обратно пошли. Нормально, короче, занубами ходить не очень перспективно. Я вам советую занубами вообще не ходить. Я вам советую полагаться просто на собственное чутье, куда ходить. Ну вот сюда, точно, в это же показывали по камере, значит, мы идем сюда. Мы пройдем эту игру сегодня полностью. Кто здесь? Кто здесь, это, в туалет ходил? Опа! Чё такое, ребят, чё-то открыли, короче, чё-то открыли, там я был, там я не был. Чуваки, подождите нас, ребята, короче, из всех чуваков, нас здесь около 5-6 штук, всего лишь работают 3. Вот, я среди них. Так, давай, чувак, нажимай, я диктую. Зелёный, розовый, а тут розового нету. Девочка, чё делать-то будем? А, ребята... А, ну тут ничего вообще не нажимается. Ну ладно, попёрлись дальше, чё? Ребят, у кого-нибудь есть фонарик? Я не привык в таких условиях работать, в темноте ходить. У меня уже глазки слезятся. Можно что-нибудь тут придумать? Фонарик какой-нибудь? На телефоне хотя бы можно что-то включить? Открылось что-то. Что-то открылось. Лучше бы оно закрылось. Короче, ладно, пойдемте. Я самый смелый. Я надел тройной памперс, поэтому мне не страшно. Тройной пантерс на мне одет. Серьезно, без шуток. И мне немножко жарко. Кто это сказал? Волан-де-Морт! Ё-моё, чё теперь делать? Там кто-то написал. Оу, oh, ноу. No. Действительно, девочка. Оу, oh, ноу. No. Потому что я в штанишке. Оу, oh, ноу. No. Немножечко, да. Немножечко я сделал. Оу, oh, ноу no, в штанишке. Поэтому я не знаю. Нам говорят, что... Что... Включите вот эту вещь. Сейчас мы ее врубим. Сейчас мы ее врубим. А в какую сторону это идти? Мы спустились сюда, да? Все верно, мы спустились. Опа! Барабаны какие-то. Барабаны. Мы с одного барабана вылезли. Здесь как... Ребята, как реально, как в той игре Poppy Playtime. Короче, что, девочка, куда пойдем-то? Ты что думаешь, мы все за тебя будем делать? Встава возле двери и ждет, пока мы здесь все мальчики сделают. Опаньки. Опаньки. Девочка, там что-то открылись. Кастрюли открылись, слышь? Кто стучится? Девочка! Убегай! Девочка, там дверь открылась у тебя, что ли? Я что-то не понял. Не, закрыто. Закрыто. Девочка, беги! Это же этот монстр! Это панда! Валим отсюда, валим! Быстрее! Надо на лестницу бежать! Надо бежать по лестнице. Я реально самый этот, самый умный чувак здесь просто в игре. Там всех просто жрут, смотрите, всех жрут, ребят, ничего себе, смотрите. Я самый умный. Знаете, почему мы сейчас все здесь оказались? Да потому что это я. Я нас спас. Кто первый отсюда вот дойдет, получается, все телепортируются к нему. Я первый. Сейчас знаете, что произойдет? Я уже был в будущем, я видел. За нами эта панда пойдет. А в конце, получается, конец игры, когда нас панда должна поймать. Бегите, голубцы, голубцы, в какую сторону-то бежать? Давайте я, короче, их вообще обману, нам нужно не в эту сторону бежать, по сути. А все дурачки, короче, за нами побежали. Но я, по сути, знаю, чувак, здесь тупик, извини, вали, вали в другую сторону. Давай здесь постоим, панду подождем, а? Если не боишься, давай. Смотри, в ту сторону, а я в ту сторону. Мы должны будем... Чё такое? Все что ли? А? Кто? Нас сейчас сожрут! Быстрее! У меня уже лопнул один памперс! Валим! Короче, валим вот сюда! Быстрее! Да бегите! Ё-моё! Вас сейчас съедят, голубцы! Как голубцы! Идете? Нет! Короче, все уснули. Все тупанули. Один я и девочка, мы идем. Мы идем верно, но верно. Ой, точнее, медленно, но верно. Мы идем в эту сторону. Короче, ребят, походу это конец игры. Походу это конец игры, конец истории! Вот в такую мы сегодня игру поиграли. Неплохая история, если честно, для нуба такого, как я. Потому что лично я использовал все свои 3 памперса, мне было очень страшно. Некоторые чуваки вообще свихнулись. Вот, например, парень, смотрите, он реально свихнулся. Он прошел эту игру и свихнулся. Вот, смотрите на него. Нормально вообще, нет, так делать. Да, и тут какие-то... И вот, девочка свихнулась тоже. Девочка таблетку выпила, нет?
Короче, понятно, понятно. Здесь все свихнулись. Ладно, ребят, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Нубастер. А если хотите, чтобы я поиграл в Roblox, тогда поддержите меня в комментариях, напишите мне что-нибудь об этом.